Всем привет, дорогие друзья мои подруги. С вами, как всегда, Алекс и игра выживания. Шутер, я даже не знаю. Тарков, да, я давненько не играл. Наверное, уже недельки три не заходил сюда. Возможно, почти и месяц, да. Что у меня здесь есть, я вот так осмотрел. Значит, есть очень много, недостаточно схрона. Просто у меня максимальный схрон, но его реально недостаточно, ребята, забито. Все просто, просто до отпаду. Фактически каждый рюкзак забит, да. Ага. Добью егеря, кстати, надо по терапевту уже второго уровня, да. Ну, сколько я играл? 2 дня. В общем, в общей сложности часов, наверное, 8. Может, 4 часа в первый день и второй день тоже. 4 часа тебе снимал. Вот, может, 3 дня, я уже не помню. Мне надо оставить сухой паёк искра в бункере 16-14 и там же воду оставить. Так, Тарковский стрелок. И здесь посылка из прошлого у нас еще есть. Операция «Водолей» на таможню будет идти. Вот, поэтому если пройдет лес у нас успешно, пойдем на таможню. Лыжник у нас друг Запада только остался, причем 6 юсеков только осталось, да? Не 7, а 6. Итак, появился я что-то на затопленной деревне сразу, нихера себе. Вот, я не знаю, в ЗБ-14 или в ЗБ-16 сразу сходить. Вот, посмотрим тайнички. Что-то грузилось очень долго. Перезагружал через Alt F4. Вот, сухарики мне тоже нужны. Тушенку можно делать, да? Лампы. Блин, сейчас все нужно, конечно. Но, видишь, я 3 недельки не играл. Кто-то где-то стреляет. Ну, в той стороне, я понял. Я попробую пойти на ЗБ-14, наверное. Вот, а потом на ЗБ-16. Из ЗБ-16, если есть машина, выход на мосту, выйти на ней. Ну, хотя бы хоть куда-то добраться. Вот, в интересное место. Ну, тут везде стреляют, тут всегда так. Опа. Сильно много хлама не буду брать, я специально взял маленькую сумочку. Вот, больших у меня куча всего лежит. Так, а это был у нас какой-то бродяга здесь в лесу. Я нашумел, да? Ты у нас не юсек случайно? Короче, я пошел отсюда. Посмотреть, юсек, не юсек. Надо сваливать реально. Я сильно нашумел. Охереть, не встать просто. Надо очень быстро сваливать отсюда. Я хотел по леску пройти, но, блин, здесь столько открытых сейчас в снегу этих полян. Что офигеть. А мне потом двигаться в ЗБ еще, да? В ЗБ-16. И это прямо напротив. Он не может отдышаться, он не может бежать постоянно. Вроде перегруз есть, а что ты тут такого тяжелого носишь, я не понимаю. Сухой паек, что ли? Рюкзак маленький. Броня тяжелая, может. Короче, пока, да, вот заспавнило, да, вот в самой в жопе какой-то, вот, блин, вот, вот нет, чтобы возле ЗБ-14, да, я бы на ЗБ-16 сразу пошел бы.
И, возможно, меня бы подстрелили тогда. Блин, жесть. Вот там на скале может кто-то сидеть еще, да, у нас? Может увидеть меня, в принципе. Седунов очень много. Лучше на Америке играть, конечно. Там еще больше седунов. Но, по крайней мере, софтеров намного меньше там. Потому что здесь софтеров очень-очень много. Особенно на рус-серверах. Их вообще просто офигеть. А просто ошалеть. Просто ошалеть. У меня один челик в этом вайпе летал. В прямом смысле слова, летал над землей, короче. Я в него попасть даже не мог. То есть я не представляешь этой херни, боже. Даже я себе не представлял. Если бы вот не увидел бы, да, собственными глазами, что я по нему стреляю, попасть нереально, я бы, наверное, не поверил. А другой каким-то образом весь лут с карты забрал. Примагнитил. Я не знаю, как это назвать. Наверное, магнит какой-то. Я вон разработчикам писал, они мне написали, что это магнит какой-то. Какой магнит? Опа. На скале кто-то есть, видишь, как я и говорил, да. Кто-то сидит, пасет. А я отдышаться не могу. Все, отдышался. Та энергия так восстанавливается, посмотри. Разве можно бежать с этой херней, а? Он меня убьет просто. Я прыгнуть даже не могу, охереть. Просто прыгнуть не могу. Ну вот. Ля, там ну нахер. Ой, блин, собираться это, блин, я не знаю, в этой игре это просто меня убивает это, если честно. Вот эти вот собирания, вот это вот в схроне продавание, постоянно лут какой-то, еще что-то. Постоянно, это еще нормальный рейд был, кстати, да? Но у нас еще один юсек засчитался, вот. Так, боже, как я... О, я на ЗБ-14, да? Походу. Или нет? Или не на ЗБ-14. Там мины. Я на лагере Юсекл, походу, да? Охереть. Ух, блядь. Ёб твою, а сюда подниматься, что ли, нельзя? Вот хер его знает, где я, да? Вот же палатка какая-то, блядь. Почему сюда подниматься нельзя? С машиной-то. Что это? Где я, блядь? Почему здесь взорвалась мина? Вот, это ж лагерь юсеков этих. Сраный. Что тебя оторвало там? Ну, нога, да? Давай полечим, блядь, хромать будешь. 10 тысяч лет. Ну, блядь, ну зашибись, я оттуда пришел, оттуда, блядь, подниматься нельзя. Ну, а как мне вот оббегать гору, да, туда идти, как мне подниматься, блядь? Как мне подниматься? Почему здесь мина стоит? Это, блядь, лагерь Юсеков, вот там окраины. Лечись, а, ты полечился уже, пойду я медицину гляну. Блядь, ну как вы так мины делаете, то, а? Ребята, ладно, сервера откидывает еще, всю херню делают, блядь. Нервы мне здесь делает просто в этой игре. Блядь. А зашибись, он просто сидит здесь уже, блядь. Просто офигеть. Так, блин, где в этот раз заспавнило? Вообще пока не совсем понял, блин. Не совсем понял, где. Возле ЗБ 6. Возле ЗБ-14, блин, а я надеюсь, оно свободно будет. Офигеть. Просто спавнит. Друг на друге. Ну, блядь, ну как это так, Тарков? Мне надо от этих випер-хантеров, блядь, избавиться. Не хочу продавать их, буду с ними играть. В
В этот раз ZB-14, блин, он прямо здесь. Но там уже другого может заспавнить, понимаешь? Сервера полны. Вот только пинг уже 125. Офигеть. Пинг уже офигеть, понимаешь? Сейчас пойдешь на другую локацию, откидывать будет нахуй. Это жесть. Просто будет откидывать. Да, я заложу хотя бы что-то здесь. Если здесь никто не сидит, ну что, я офигею. Так, от этого избавился. Это пусть тут лежит, да? Сюда, что, у меня сюда нечего ложить, в принципе, я вот так оделся. По-бомжатски. Ну, может, что-то найду ценное здесь, хотя это вряд ли. У меня рюкзака нету. Прово останавливающая, кстати, вот. А, гемостатики я не брал. Кто-то уже луж парит, да? Ключа у меня нету. Короче, на ZB-16 теперь надо. Ну, выль... Ёб твою, почему у тебя не работает вот это лазание? Почему не работает херня эта? Я хер его знает, что с Тарковым. Наверное, под скалой пройду вот так по лесу туда, да? Под скалой туда, туда, сюда. Сделаю. У меня просто... Я 3 недели не играл, я, наверное, еще столько же играть не буду. Вроде никого. Вот, ну что, ну так спавнить просто, блин, я не знаю. Я тупо друг на друге. Я даже не знаю, где тут спаун. Того челика, который в меня стрелял. Вот. Где он заспавнился? Обойду под этой скалой. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Короче, и под той большой скалой буду обходить. О, опять устал. Там стреляют, там лагерь у Секов, где меня заспавнило в прошлый раз. И чувак просто АФК сел и сидит. Не, ну конечно, он услышал меня. Ну а чё ж, конечно, а как не услышать, если... Блин, я вижу палатку, я понимаю, что я на лагере у Секов, бегу туда, и там мина. Ну почему там мина? Мне как оббегать надо, блин, вот по кольцу, вот так вот, что ли? Вообще непонятно. Ну и там шмаляют, да? И там шмаляют. И там шмаляют. А мне под скалу желательно. Вот тут тупо надо сидеть, я не знаю. У меня нервов не хватает, если честно. Просто сидеть, АФК, блин, АФКшить, ждать кого-то, вот это вот. Еще снежок пошел красивый. Да, зима получше сделала Тарков, но, по крайней мере, в кустах не сидят. Потому что, когда я играл позапрошлым вайпом, они в кустах сидели. Это фул бред был вообще полный. Ну, там война как раз у нас, да? Где-то на лагере Юсеков. Народу полно, конечно, я ничего не скажу. Просто тьма. Ну, это потому, что пятница. Вот, поэтому в пятницу, в субботу, в воскресенье лучше в Тарков не играть, мне кажется. Вот, ну, обычные, да, люди приходят, они хотят поиграть. Я то и в будний день могу попрокачиваться, да, когда народу не просто не тьма такая, что тебя спавнят друг на друге, а более-менее как-то хоть адекватно. Вот. Ну тут бежишь зимой, конечно, full open. Бля, просто full open, ребят. Просто лежит под каждым деревом. Это нереально, просто нереально. Боже мой, лежат просто, ребята, лежат просто под каждым деревом. И если ты думаешь, что это ненормально, то это вполне нормально для Таркова. Это вполне нормально для Таркова. Вот вчера я нагибал, да? Вчера я кучу ЧВК пострелял. Море челиков. Был в ударе, и ты думаешь, во, круто. Так будет всегда, а нет. Сегодня, ну, на выходных я точно играть больше не хочу, конечно. Как раз повезло в ZB-16 попасть. Ёб твою.
Это мина была. Это вот как я вот, да? Ступил на мину. Попробовать заложить. Потому что я скоро квест какой-то другой выполню, да? Квест другой выполню просто, блин. Я миротворца скорее открою здесь в лесу, чем выполню этот сраный квест по закладке. Просто. Вот просто повезло сейчас, да? Вон, Тарков, тебе вот вчера, позавчера повезло, да, ты челиков настрелял, ты движуху закрыл, ты танковый нашел, ты все сделал круто. А сегодня ты будешь просто как говно валяться, понимаешь? Просто будешь как говно валяться, и ничего с этим не сделаешь. В этом весь Тарков, в этом весь Тарков. Так, ну, чё, я наконец-то заложил, я не знаю, выход и выжить с локации, ну, надо или нет. Мне за дикого еще кусачки надо найти, ну, либо за челика. Вот трубка не надо, кусачки, казалось бы, да? Брат, да кусачки в каждом рейде есть. А нет? Нет. Не в каждом рейде, понимаешь? Если они тебе не надо, ты найдешь их по-любому. По-любому. Так, задачи можно посмотреть. Вот будешь все находить, то, что тебе не надо. А вот кусачки... Кусачки нет. Кусачки надо. Здесь я кусачек не найду. Это за дикого можно на... ПРС-ки. Ружье возьмем. Хотя схрон забит. О, ну здесь уже стреляют. Здесь уже стреляют. Так, я бы посмотрел бы. Возможно, сюда пойдет сейчас. Вот, посмотрел бы задачи. Вот, задачи. Выход и выезжать не надо. Господи, как я долго делал эту херню. Причем в прошлом вайпе она исполнилась сама по себе. Понимаешь, здесь у меня кто-то есть, стреляет прямо вот на горе. Как я выйду? Вот как мне выйти? Вот он здесь засел, скорее всего, диких стреляет. Сейчас прокинет сюда гранату. Возможно. Возможно, не прокинет. Ножницы гребаные, я бы если бы нашел. Вот это все не надо. Мне ножницы надо стену разобрать. Ой, как рывками идет. Еще пинг подводит, ребята. Подводит пинг. То хороший, то нехороший. Ну, ты пойдешь в ЗБ-16. Брат, ты пойдешь сюда, не? Иди быстрее, я не знаю, я 2 минуты, я не могу сидеть, так как ребята под каждой сосной просто сидят здесь. Я не могу сидеть. Ну реально, сервера забиты, просто забиты до отказа здесь. На Европе у меня, да? На СНГ серверах, там, а вторую я вообще не играю, там читеров просто тьма. Там читеров просто тьма, ребят. Просто тьма читеров. Так, а где у меня выходы? На машине я смогу выйти, в принципе, там кусачки поискать. В принципе, да. Ну, либо убьют, короче, либо я выйду. Возможно, уже меня здесь кто-то ждет. Сидит. Это только боги Таркова знают. Но я слышал выстрелы здесь недалеко. Где-то под скалой. Где-то вот на этой гряде. Может, под забором вот там вот слышал. Возможно, здесь снайпер как раз эту поляну пасет. Ну, что я сделаю? Зима, full open. Кустов нет, ничего нет. Может, кто-то на самолет, кстати, ходит даже еще, да? Мне бы на эпицентр сходить действительно еще. На карту. Вот, юсеков поискать. Мне нужны юсеки. Потому что на заводе бывают, залетают читеры, они забывают, что им КД надо сливать, вот. И стреляют с пистолета через все говно это, да? А зачем ты прыгнул? Вот перелазание тоже не работает как-то. Возможно, здесь на горе сидят ребята, помнишь? Они сидели здесь как-то. Я хер его знает. Солнце слепит, безумно красиво, безумно классная игра, но
безумно много, много странного говна, типа пингера, синхрона. Я Черику 8 выстрелов с ПМа сделал в лицо, помню, на заводе. А он, ну знаешь, 8 попаданий, 0 урона. Это очень интересно. О, там у нас что-то стреляет, да? О, блядь! О, вот. Вот сидит просто, просто сверху сидит, здесь сидит. Просто везде сидят. Это, блядь, просто невозможно. Вот он, ребята, Тарков, Тарков выходных, да? Ну, зато я эту задачу сделал. Я не знаю, почему оно так пошло прям. Прям пошло. Но я же говорю, это нормально. Когда ты поиграешь в Таркову, батарейки. У меня одна. Надо еще одну найти. Делик. Путь выживальщика живчик. В принципе, тоже можно сделать, да? Провести в состоянии полной деградации 5 минут. Исключая завод. В принципе, это можно сделать на эпицентре с дробовичком. Продразведка это нас отправляет на улицы Таркова. В принципе, все те же самые квесты, которые и в прошлый раз у нас присутствуют. Вот, живчик мы совместим с ЧВК, пойдем с дробашом. Где-то засядем на эпицентре, там близко выходы, действительно довольно. Возьму сейчас дробаш, какую-то минимальную снарягу, вот. Потому что, ну, схрон, ребята, схрон переполнен просто. Опа, эпицентр. Ой, я так заспавнился, конечно. Блин, не лучший спаун, да. Здесь особо нигде и не посидишь. Ну, может быть, здесь на парковке. Здесь, конечно, дали спаун отличный, божественный. Выход у меня то в Накатами, наверное. Мне надо более тихое место. Зашкериться. Отдышись, говно. Пару пачечек взял с собой. Вот, 5 минут. Потом отлечиться, отпиться. Емелю пожрать, попить потом. И вот так вот 5 минут сидеть. Господи, подзадача выполнена. Офигеть. Это по задаче еще выйти и выжить с локации надо, да? И здесь вокруг у меня лазит нехорошее. Давай покушаем сразу сухариков, выпьем всю воду. Вот, долечимся. И спуск на катами. Либо... Так, обезвоживание проходит, да? Подзадача выполнена. Сейчас долечимся. Где у нас спуск в подвал? Проспект Мира. На проспекте Мира можно выйти, да? На машину я не побегу, хотя она близко здесь. А проспект Мира прямо направо и вниз. Так, и давай подожди. Сейчас я квест посмотрю сразу. Так, задача. Надо выйти и выжить еще, да? Путь выживальщика. Выйти и выжить с локации. Ну, конечно же, это самое... Самое сложное, наверное. Блядь, я попалился. Если отсюда пришел дикий, возможно, здесь черика нет. Кстати, которого я фактически не слышал. А возможно, сидит. Рывками все идет, конечно, ребята. Сори. Ну, еще поищу, в принципе, ножницы, наверное. По дороге домой. Там фаер лежит просто. Его можно взять. Еще кто-то есть. Но опять-таки кусты вроде как сверху. Непонятно. А может и снизу. Двери где-то выбил. Звуки поломаны напрочь. Прям слышно, что крадется, но непонятно снизу, сверху, слева, справа.
Хочется выйти, конечно, отсюда. Просто сейчас, если ящики лутать буду. О, ну это сверху. Дикий на кого-то. А это не сверху. А, сам такой. Ну, там можно будет выйти. Там подача сигнала есть. Я же не думаю, что на этом выходе сидят, да? Фаер есть у тебя, брат? Зона подачи сигнала. Прощай. Ну... Чё-то не понял. А, вот. Сработало. Господи, боже мой. Я чё-то не понял. Так медленно. Прям, ну, мы вышли и выжили. Так, егерь, ёлки-палки. Задача. Путь выживальщика пройден. 31 тысяча рублей. Бутылка воды, водные фильтры, егерь плюс 002. Завершаем. Ну и опыт. 5700. Так, пульте выживальщика раненый зверь. Ну, этот квест, я не знаю, во всех вайпах у меня убить диких, находясь в состоянии болевого шока. Выполняется сам по себе просто, вот. Сам по себе выполняется. Единственное, что мне надо, так это, значит, будет сходить и убить диких на таможне 15 штук, да. Также поискать газоноанализаторы 2, либо скрафтить их в убежище. Вот, и найти все-таки эти ножницы, да? Ножницы обязательно как бы надо найти. Потому что ножниц у меня вообще до сих пор нету. Я предлагаю сходить за дикого на маяк, поискать ножницы, поискать что-то интересное там. Стоит здесь посмотреть, что здесь есть, да? Ни лап-карты, нифига нету, да? Охранник есть. Охранник мне, в принципе, и не нужен. Ну, гризли аптечка, нифига себе. Кофе первый раз нашел за все время. Автомат включу, но буду стрелять отсечками, если что. Здесь, если сидит ЧВК, здесь мне просто без этого. Без шансов с таким диким, с таким оружием. Вот, а выходы у меня я не посмотрел где. Вот здесь какое-то говно. Молочко мы возьмем. Волоклаву, ЛПС, бомбер возьмем. Шапочку положим, бомбер оденем. Во. Чтобы быть стильным диким, как сказать. Очень стильным. Кабачковая икра очень надо, но это не то, что мне надо. Аленка, даже сейчас уже куча ее, да, ну. Как таковой, в принципе, и не нужно. Ой, что тут лежит, бля? Кот, нихера себе. Нихера себе, кот мне нужен. Кот мне нужен, обменять его можно. Ваза, дал... Блин, ну ваза, вазу я оставлю. Ребята, находил много вазы. Доллары, блин, ваза тоже ценно, конечно, продать можно. О, пылесос летит еще. Нет, здесь что-то есть. Сварка холодная. Сварка холодная не надо. Летит пылесос. Вот тут есть ящик с инструментами. А здесь иногда спавнится ценное что-то. Дебат. Так, хорошо. Хочу глянуть, где у меня выходы вообще. Быстро. Обвал на шоссе есть.
Ножницы, я думал, в богатых поискать. Ой, прицел какой хороший. О, ФЗшечка. Ну, здесь богатый лут, да? Если ты играешь здесь, то на этом, на маяке лутаешь, то ты миллионер, конечно. То ты миллионер. Вот, здесь еще есть, в принципе, зипа, лампочка. Все, что, все, все, в принципе, все такое. Ну, ну просто, просто, кроме, все, кроме ножниц. Я уже на таможне искал, везде искал их, да, на эпицентре даже искал. Везде, где начальные локации, где этого говна куча. Но нигде для меня нету этого добра. А здесь тайничка нету, все, понял. Пойду на гору тогда, наверное. Все дергается, блин. А это Тарков. Добро пожаловать. Не помню, нужно, не нужно. Если что, выкину. Так, а тайничка? Подожди, тайничок здесь. Либо переход на, переход на берег у меня нету, да? ПП, кедр. Переход на берег у меня нету, да? Обвал на шоссе есть. А, не, переход на берег есть. Пошли туда, блин. Мать его так, умру так умру. Я что-то не думаю, что я ножницы найду на этом. И сейчас, прямо тут на выходе. Я могу выйти сейчас и выжить, но это дикий. В принципе, абсолютно похер. Абсолютно похер. Пойдем на берег, здесь куча тайников еще есть. Ну, его обыскали уже. Кот, все это, конечно, хорошо, но здесь обыскано, да. На дорогу я точно не хочу идти. Инструменты. Ну, ножницы. Ножницы. Просто ножницы, ребята. Ножницы по металлу. Просто не увижу. Есть кто-то, нету кто. Никого. Но зайду я сверху, наверное, а не снизу. О, бронепластина, шланг, макс, энергия. МП-7. Блин, здесь не лутали, наверное, даже, да? Выпью я молочка. Вот это положу сюда. Ой, сложи его. Это положу сюда, шланг не надо. Это бронепластина, спина, 4 класс. Это положу сюда. Макс энергию тоже бахну. Не лутанный. Ну, это не значит, что челика нету здесь. Сходить сюда и попробовать сверху посмотреть. Зимой оно видно хорошо, если ты сидишь сосредоточен где-то, то видно хорошо. Но я сидеть не могу. Я не могу сидеть просто в этой игре. Я не знаю почему. Дикие, ёпта. Значит, тишина здесь, понял. Вообще повезло тогда. Имели, а здесь пожрать, здесь оружие такое, но может какой-то, я не знаю, рюкзак будет. Разгрузка, искра здесь постоянно. Бронежилет мне не надо. И пойдем вниз, посмотрим, что там. Шмаска. Шмаска оденется так? Нет. Шмаска не оденется так. Ладно, мне это не надо пока. Нет, здесь лут, она здесь не может ничего не быть. Ну, какие-то места челики лутают, но большинство пропускают, конечно. Нормальных мест таких. Ну, я по экспрессу, значит, пойду. Тоже лут она. Может, дикие заспавнились только что, а здесь чуваки сидят, понимаешь? А может и нет. Мой АКМ. Блин, очень хорошо, да, лучше, чем это. В принципе, говно. Плоская отвертка. Лампочка, блин. Лампочки, наверное, дорого стоят, да. Мой АКМ мне получше. Так, ну это модули все-таки. А мне больше хозяйственное такое надо. Конечно, не хочется в общаге эти спускаться. Оружие. АК-545. Это получше будет, как для меня.
медицинскую глянем. О, оружие, смотри, нашли, да, МП-7, который я продам. Шприц. Нет, не шприц. Вот он, ящик. Надежда, конечно, есть, но... Ножниц. Нет, пена. Нет, пена. Но не ножниц. Вот броньку какую-то обнайти, а? 5-6 класс еще, да? Чтобы не в этом бегать. Хотя это тоже пойдет. Рукоядочка. Так, ну, смотри, вкусного сколько пошло, да? Не сильно таки вкусного, но все равно рукоядочку я бы забрал бы, наверное. Вот так сделаю. Ибупрофен один есть, да? Потом, если что, бинтик выкинем. Может, здесь найдем что-то получше. Бинтики какие-то или что, аналгина полно просто. Мыло. Оп. Вот так. Вот так это пригодится. Абсолютно пригодится. СП, патрон. Ну, такое себе. Честно говоря, не сильно богато. Еще бы рюкзак побольше, мыло. Понял. Рубли это хорошо. Powerbank. Так, вот куда их девать? Эти патроны брать я не буду. На МП-7 подойдут. В принципе, но... Че мне стрелять с них сейчас? Ну? Просто работает отвратительно вот это вот лазание ихнее. Че, тайничка не... А, есть. Просто отвратительно работает. Выстрелов не слышал, надеюсь, дикие. Перекусил, погнали. Вот здесь тоже могут сидеть на горе. Допустим, тут дикие заспавнились, а здесь челик сидит. Ну, здесь ножницы, опа, дикий мертвый. А я выстрелов не слышал даже. Возможно, давно было, возможно, недавно. Звуки иногда вообще не слышно здесь. Тройник, изолента, ножницы по металлу. Бля, я выйду. Ножницы по металлу. Они уж никому не нужны сейчас. Здесь все обыскали, но ножницы по металлу могут быть. Не, не все обыскали. Просто дикий мертвый здесь. Опачки, смотри. Блин, ну тогда без брони буду, да? Но слотов много. Ну, в принципе, эта броня нахер не нужна. Разгрузка. Мне брони бы найти. Вот и ножницы эти надо. Блин, где ножницы искать еще? Ёб твою, это вы? Господи, так, у тебя нету ничего хорошего здесь. Звуки призрачные, без наушников особенно. Значит, есть кто-то. Возможно, кто-то сидит. Я все-таки кого-то слышал. М700 СКС. Офигеть. Забрал бы. Вот. Ну, маяк, в принципе, он мне нравится, да? Днем, конечно, здесь гулять... Небезопасно. Очень небезопасно. Ни диким, ни ЧВК. Ну, в принципе, за челика я тоже сюда бегаю. Вот глушитель, который нужен мне будет по квест. Вот сейчас не заберу. Дикие. Сейчас не заберу. Потом просто не найду его. И здесь еще ящичек есть. Здесь еще медицину глянем. Шприцы еще надо мне, офигеть. Вот, я не помню, что по дейлику надо было. Кстати, да. Я забыл, что было надо было по дейлику мне. А, что-то найти. Еще гризли одна. Сюрф новый, офигеть. И он мне никак не влезет.
Че вы кошмарите меня? То уже челоботы какие-то бегают. Ножницы! Бывал, бывал. Я не знаю, почему я так слабо говорю. Тут друган бывал мой точно. Просто жесть день, конечно, ребята. Ну, такой день, как есть. Снимаю. Тарков не всегда бывает благополучен к вам. Раньше я здесь мог перепрыгнуть прямо отсюда со скалы. Сейчас ни хрена. Зайду отсюда. Уже устал, да? Посмотрим, что здесь есть. Ну, хотя очень неплохо по луту, честно говоря. Посмотри, если было бы у меня большой рюкзак, сколько здесь отверток и лампочек, которые сейчас стоят, как, я не знаю, я там, крыло от Боинга просто. Кек еще есть, да? Хер его знает. Давай икру скушаем, вот эту вот выкинем. Кек тоже очень нужен. Но больше всего ножницы, которые ни хера не стоят. Абсолютно. Грин-ти тоже нужен. Там холодильник менять, еще что-то, я не помню. Короче, бля. Ну, хоть не откидывают, по крайней мере, и то уже хорошо. Я не знаю, где эти ножницы найти. Сода, оргстекло, все. Еще кек вон лежит. Лента. Ну, все есть. Ну, кроме того, что нужно. Кроме того, что нужно. Этот автомат бы скинуть бы, да, тоже не нужен. Просто все ножницы исчезли. Ножницы! Нет, бля. Ножницы, пожалуйста, ножниц, ножниц. Ножницы. Таблеточки еще какие-то, нет. Это не ножницы. Покажи мне, что это, пожалуйста. Аугментин. Аугментин не нужен. Мне просто ножницы нужны. Гайки. Не ножницы. Просто ножницы по металлу. Все. Я выкидываю там Аленку. Все дела вот эти вот. Ножницы. Ну... Блин, в принципе, и циклон можно взять, да? Аленка не сильно нужна. И рукоятка. Зеленым чаем пожертвую. Все, короче, я не знаю, я сдаюсь. Вниз можно сходить 6 минут. Нет, ну его нахер. Хотя давай. Бля, давай сходим. Меня потом совесть будет мучить. Вдруг здесь были ножницы. Вдруг здесь они лежат. Ножницы. Вдруг здесь они лежат. А я не посмотрел в этих сараях. Но нет. Здесь они не лежат. ТВ-дневник лежит. Ну, пожалуйста, я даже не знаю. Что мне выкидывать? Ладно. Ножниц нету, как я и предполагал. Теперь я спокоен, да? Потому что если бы я не заглянул, там еще куда-то можно заглядывать. Но я не хочу. Ножниц просто по металлу нет. Вот такой вот день большой, прекрасный, ребята. С вами был, как всегда, Алекс. Вот такое вот добро. Пока-пока. До скорого. Вот такой непростой выходной день был, да.